Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. По возможности владельцам этого имени следует носить бриллиант, оправленный в платину, в соприкосновении с телом. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Они всегда стремятся действовать. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.